вас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов. Состав Интера. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. И смотрим на состав мадридского Реала. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Пас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов. Состав Интера. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. И смотрим на состав мадридского Реала. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Пас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов. Состав Интера. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. И смотрим на состав мадридского Реала. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Пас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов. Состав Интера. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. И смотрим на состав мадридского Реала. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Пас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов. Состав Интера. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. И смотрим на состав мадридского Реала. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Пас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов. Состав Интера. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. И смотрим на состав мадридского Реала. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Первая игра группового этапа началась. Нас ждет фантастический футбол, и надеемся, что мы увидим его уже с первого матча. Марсело. Казимир. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. И есть вариант, куда сделать пас. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Мауро Икарди. До нападающих мяч не дошел, выносит его.